15-й фестиваль, можно сказать, юбилейный. Вот, уже в 2007 году здесь было порядка 30 тысяч человек. Через буквально 5 лет после его появления в этом чудесном старинном городе. Вот, и сейчас вот уже сегодня первый день, и уже порядка, наверное, 1007-8, и еще прибывает, каждый час-полтора едут поезда бесплатные с города Злин и везут сюда фенов со всей Европы. Порядка 35 стран представлено. Сейчас мы немножко повеселились, подколбасились под немецкую группу Majesty, такой забойный heavy metal, очень веселый, бодрящий, хиты в стиле Мановар. В общем, очень понравилось. Сейчас немножко отдых, как раз тенек. Впереди у нас ждет концерт, еще выступление Сабатон с филармонией Праги и Пейн. Stay metal. Fire. This wild and free is our highest.
poisons everywhere. Growing hate and anger, the viewer's orders were precise. Who was to be blamed and pay the price? Propaganda, turning neighbors into foes. Soldiers of the Third Reich searching homes. And then their former friends are watching as they are round up one by one. Times of persecutions, yes, they're gone. Ever since it started on Kristallnacht 38, when liberty died and truth was denied. Sent away on trains, sent on a one-way trip to hell. Enter the gates, Auschwitz awaits. Where freedom burns, the final solution. Dreams fade away and all hope turns to dust. When millions learn the curtain has fallen, lost to the world. Последний день фестиваля Masters of War в городе Лизовица, Чехия. Только что мы поколбасились под Рейч, взяли в тот же фильм Lacuna Coil, скоро ей выступление будет. Вчера был Creator, это был просто угар. Все фэны собрались на Creator. Наверное, 25 тысяч было. Огромный мошпик был, огромный стейдж-дайвинг был. Я даже получил берцем в голову, но ни о чем не жалею, потому что было мега круто. Игрались такие боевики, как Phobia, Violent Revolution. Я уже зарапортовался, поколбасился, у меня даже язык не работает нормально. Очень много Gods of Violence играли, Pleasure to Kill, Extreme Aggression, очень куча крутых всяких песен. Вот. И сейчас мы находимся на метал-рынке. На фестивале Masters of Rock. Там можно купить всякие крутые маечки, всякие крутые браслеты, берцы, гриндера и всякое прочее. Как вы видите, много фэнов вокруг.
огромная-огромная армия метал-фэнов со всех стран мира, европейских, наверное, и с Португалии, и со Швеции, и с Англии, и с Германии, и с Польши, и так далее. Вот. Но мы сейчас пойдем на метал-рынок и что-нибудь там купим. Стой, метал! Thank you.
We'll be right back.
Uděláš jednu fotku? Nevěř ty. Ale hoši, ještě tam bez nabrý svála. Dělej, dělej. Run for ride and pick up the pieces, come back inside.